как нам повезет. Ну, такая сейчас погода, как будто дождь, как будто будет накрапывать. Ну, посмотрим. Желаем удачи, держим кулачки, увидим всего интересного. Вы вместе с нами, поехали. Вот такие газельки импала. Смотрите, прямо на пути у нас были. Но потом отбежали, молодцы, конечно. Ну, видите, это все мальчики. Да, 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 все. Рожки есть. Это все мальчишки. Да, это вот они. Хлопчачья вечеринка. Да, сидят у нас прям на пороге. На дороге. Ага. На дороге, на пороге. Ну, какие красивые. Ага. О, за нами какая-то машина, и тут свои эти гирюнуки уже уходят, убегают. Боже, какие они, это как тендитни, как верблюжата, да? А он впереди импала. А то импала такой здоровенький. Стоит такой, оп, спрятался. Поближе просто. Это импала? Импала, мужчина. У него что, глаза как зеленым накрашены, или мне кажется? Мужчина импала. Боже, какой красивый. Это вокруг идет такие, знаешь, как пятно. И смотри, правый рог у него это сбитый. Уже да, это они дерутся. Ну, здорово. Пацаны дерутся, да. Ой, красавчик. Что ты, ясы? Что-то кушает уже. Это мы уже пообедали. Красавец. Нормально. Смотри, не боится. Он такой молодец. Еще, реально. Ну, мужик. Мужик. Ну вот, ехали и к жирафкам приехали снова. Эти красивые кирпичные орнаменты. Recirculated жираф. Только что вспоминали, какие еще есть. Помните, по видео есть Ротшильды. Кажется, мы с вами в парке жирафов, где контактный такой зоопарк, парк, где можно с жирафами гладиться, играться, кормить. Так были Ротшильды, по-моему. О, по-моему, тогда вот толпашу с гор спустилась. Да, это они, наверное. Ну, ой, много, это 8 радует. 8 или 9, я не могу даже понять. Много, это красота. Это вот фотка, когда жирафы крест-накрест шея. Ать. Угу. Она так зарубила, да? Ага. А что 9? Да, много. Еще вон прячется, и вдвоем там травоньку едят, точнее деревца. Этот кирпичный цвет. И хлопчики, они ярче, да, такие колер? По-моему, да. Вот это две. Не, он последний намного. Последняя девочка, наверное, да? Такая немножко блеклая. Блеклая, боже, как негарно. Извините, вон, наверное, девочка идет. Сейчас, это... сейчас меня как копытом и даст мне. Копытом. Он просто так поднимет, так пух, и все. О, давай, иди сюда. Уходит. Угу. Что-то они оттуда уходят. Да, они вот эти деревья едят. С этими иголками такими, локации или шоцы. О, опа! Ты кто здесь? Бачу? А до чего ты не бачила, да, что мы тут? А, це видите, мы. Кто здесь? Да еси, мы не будем это есть. Чи ты кицьку побачишь? Ой, там еще идет. У них вот цих у наших соседей, вон соседи. Вообще поруч с ними это. Ну, ага, это там, там, да. Ага, вон я вижу. А это такой зал. Сейчас придет. Прям величественно вышел. Да ты ж вообще. Боже. Это мальчик или девочка? Ой, куда ты? Не знаю, но очень грациозен. Друзья, виды космические. Заехали, где много деревьев.
А там река еще высохшая. Но, похоже, здесь никого нет. Ромашка кажет, ну посмотри, какие вообще да. ветки. Лежи себе. Леопард, отдыхай. Смотри, какие ветки. Зайди, полежи. Выйди на фотосессию на 5 минут. Много не просим. Но виды здесь просто потрясные. Тут же река, смотри, высохшая. Сейчас я пытаюсь перейти и не убиться, да. Или трясет сильно. Сейчас буду отсюда вам показывать. Это сказка. Ветер, наверное, дует. Вам, может, ничего не слышно. Но вот здесь вот деревья. Здесь зона леопарда, конечно. Это просто кайф. Очень большое дерево. Я не знаю, думаешь, ну по рации ничего не передали. Вообще, помните, в амбассере всегда передавали. Здесь просто молчат. Очень мало. Мало всего. А вон, вон навстречу машина едет, и что? Ничего, ну не наша, а с нашего отеля, и что? Никто ничего не передал, но деревья шикарные. Как сказала Наташа, был бы тепловизор, уже бы обнаружили, где животное. А так тепловизора нет. Ух ты, смотрите, сколько здесь много импал и жирафов. Но это на другом берегу. Куда-то они все смотрят, напряжены. Может, где-то уже наконец-то и Лео прогуливается с гепардом или с оленем. А вон же сзади еще импалка стоит. Такой, а меня никто не... Кстати, машинка в кустах. Ребята поехали, по-моему, застряли здесь. Ну, кто по реке едет? Ну, вот странное. Боже, как красиво эта картина. Угу. Красиво. Дружненько гуляют. Ну, молодцы такие. Привет, ехали мы, ехали, смотрим, много людей, и вот шакалы. Это не гиены, это реально шакалы, такие собачки, причем две. Сидят на дороге, вообще спокойно, один вообще прилег даже. Ну, такое вражение, что их просто выпустили на это, ну поработайте. Ты красотулечка. Вообще не боятся. Вообще лег и не боится. Тут две машины стояло, они стали на нашей полосе, то есть как бы они их не беспокоили. Это как какой-то песик, собачка какая-то. Да, вчера был котик у нас и Gentle Cat. Сегодня песик. Вообще, вот такие они шакальчики. Ой, ой, ой. Ну, похож на лисичку, да? Да. Схожий. Вот это вообще, слушай, умора. Девушки, ага. Умора. Она похож на эту лисичку Феникс. Ты как ее? Феник, Феник. Феник, угу. Феникс тоже у меня. Ну, страшное животное, да? Шакал, конечно. Да, помнишь, в парке Найроби такой добычу почил, такой дык-дык-дык-дык бежит уже. Бежал, да. Ух ты. Это же вон вместе с это, и гиена, они... Едят жертву еще живой. Да, еще живой. Да, вот такие они. Рюши-говнюши. А так, смотри, такая вот собака, как бы... Прикольно. Как такая, знаете, вот какая-то ласковая, домашняя, что-то вот такое. Угу. Маленький доберманчик светлый, но я не знаю, как описать еще. Вы сами все видите, добавляйте описание. Это вообще, а это лиса просто. Это просто лиса. Легла, уснула, ей по кайфу. Опа. Почему? Морда. Так, где Китти? Где великий Китти? Так, нам бы еще найти Лео или Читаха. И хорошо бы льва еще. Вот такие они, шакальчики. Милые животинки. Ставьте нам лайк, пожалуйста. Просто вам снимаем. Мы уже заехали, как я говорю, такой отдаленный райончик уже, как Троещина, Самбуру. Такой у нас район в Киеве есть. Просто тяжело добираться. Поэтому уже смотрим, ну где, где. Вот реально, вот это вот кусты, вот это вот вотчина гепардов. Вот им классно здесь, вот такие вот маленькие кустики. А деревья уже леопарда. Ну где-то же он под кустиком, ой, может здесь ой, вот лежать. Нет. Да, ну, если здесь импалки, вон там масяточки. Вот масяточки, значит, я думаю, что здесь гепардика пока нет. Либо он уже поел. Просто показываю вам это все великолепие. Такая зелень классная, горы, дорога такая вообще, посмотрите, еле проходимая. И наше желание найти с вами какого-то еще кошака прикольного посмотреть. Ну хотелось бы, но очень тяжело, конечно. Опять-таки в таких кустах, но не разглядеть просто. Знаешь, кошаки в мире животных как роза, да? Вроде бы, ну что, что цветы все красивые, а когда видишь розу, о. Ну да, много животных уже посмотрели. Кто-то там вдалеке, по-моему, мы да? Тоже, наверное.
аккуратно держись, держись. Ох, наклоняемся. Там вдалеке что-то такое стоит. Импала, так не, я падаю уже. Опа. Ой, очень тяжело просто устоять. Ох. А, ну вот отсюда посмотрим. Ничего страшного, тоже хорошо. На газельке были. Вот чудесная природа. И мы в поисках котов. Ливане нашли, нашли вам красивых куропаток. Пока это... Они такие прикольные. Они просто из-под колес выбегают постоянно. Такое впечатление, что у них чувства страха нет, не знаю. Такие потешные. Сейчас, вот смотрите, какая красивая. О, телефон звонит у водителя. Может, где-то льва видели. Ну, смотри, вперед постоянно, да, дерутся. Она. Друг за другом гоняются. Где? О, эти там вообще такие забияки. О, сейчас этот, покажу. Этот бежит такой, этот бежит. Смотри, 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 сейчас. Боже, боже, интересно, интересно. На разборке бежит. На разборке. Сейчас, сейчас, ребята, что-то а как нет. Же, а как же? За что деремся, девушки? Это ж не девушки. Это не девушки, а ярки это самцы, да? Или девушки, о, прям побежали, под капот спрятались. Ну и где вы? Вон они. Ах. Ну, ребята, что вы там так очень далеко стоите? О, эти куропатки вообще смешные. Я их называю куропатками или павлинихами, а друг за другом. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Побежали, побежали. Посмотри, посмотри, толпа, толпа, толпа. Ой-ой-ой, посмотрите. Они думают, мы их кормить будем, ребята. Нельзя вас кормить, у нас и нет ничего. Посмотрите, сколько их просто. Что у нас сегодня на ужин? Куропаточки. Ну, вообще они красивые, конечно. Дерутся. Драка. И все бегут, слышишь? Слушайте, перья летят. Ну, шуробыки. Ага. Наташа смеется, потому что они бегают просто вот так вот, друг за другом. Это просто... Ну, так дети на тренировке не бегают, а это просто какие-то ускорения. О, побежали, побежали, обратно. Что такое? Вот тут еще колбой, тут такие замыши вообще. Кто кого непонятно, кто за что. Ну, они просто развлекаются так, да? Замес пошел, ага. Да? Не, смотри, этот погнал, этот погнал. Ой, птицы тоже потрясающие в этом парке. Ты же, вон они летают, да? Вот это такой какой? Ну, не знаю. Кто их знает? И все толпой. Ой, потише. В драку, в драку, в драку, в драку. Давай, давай, давай. Давай, ничего мало. Быстрее, в драку, в драку, в драку, в драку. А этот... Боже, куда же ты ускоряешься-то? Боже, у меня камера не успевает. Все, добежал, устал. Ой, какую-то птичку мы увидели. О, сказал, это самая тяжелая птица. И зовут ее Кори Бастард. Ну, Бастард, по-моему, это ублюдок будет. Ну, Бастард. Что за название? А это хищник? А, is this predator? Yeah. Да, хищник. Надо просто вести. On reptiles and insects and reptiles. Так, извините. Самая тяжелая птица. Это Наташа увидела. Я вообще думала, коряга. Наташа, такая, это коряга или нет? Но водитель остановился. Мы такие, ой, не коряга. Ну, подожди, он же сидит. Ребят, но она здоровая. Я, если подойду, то, наверное, по плечу будет, мне кажется. Ну, покажи. Ну, вот он белый. Но он сидит на коряге, да? Ну, да. Кран не могу удержать. Я не понимаю. А ну, птичка, полетай. Что я взагалі не разумею, что происходит. Расквести. А как? Нельзя же камень кинуть. Не, не надо. Ну, вот такой вот бастард. Найду суп... Ну, слушай, это вся птица? Найдем, что это вся птица? Нет, тут лапки вон. Да ладно.
Да, я же тебе говорю, птица? Что он просто мне по плечу где-то будет. Ёперный тело. То есть она так по голове тюкнет, то уже все будет, последний тюк. Разумела, я думала коряга, и оно сидит вот это белое на коряге. Это шея только возит. Его. Не, это шея, он потом лапу. Ну подожди, да, я поставлю, может, эту. О боже, какой красивый. Да, ну вообще плохо видно, я уже включила освещение, не знаю. Вот здоровый, здоровый. Ух ты. Вот, может, вон так лучше будет, вон видно. Это да. Вот такой он бастард. Вот это птичка. Вот это птичка. Вот так вот. Так она насколько далеко от нас? От сколько? Да. На метр... Она здорова. Повернулся, повернулся. Да? А что-то чистит перышки. Ну, огромный, огромный такой петух, блин. Петух, извините, орел. Петух, орел, ну, хищник. А шея у него такая прям, как, не знаю, вот. Да? Перьями набита. Ой, да, набита перьями. Ой, вообще какой. Я же говорю, расстояние какое большое. Расстояние, ну, метров 70, ну, 70, наверное. 50-70. То, спасибо, что телефон что показывает. Ой-ой-ой. Ну, вот наши друзья и подписчики, смотрите. Какая красота. Какую красотулечку вам показали. Уже едем до этого. Возвращаемся. И да, тут такой и стоит. Уже темно так. Мы все в надежде, что, может, леопард выйдет какой. Он пошел. И звуки такие. Ну это инша птица. Ага. Циновин. Ох, большой какой. А этот какой? Ну, термитник ладно. Красивый. Где? Ну ты их сняла вон. А, ты просто да, вон. Вот еще, кстати, термитники хотим вам показать. Их очень много. Это вообще маленькие. Их просто здесь, на каждом шагу. А ты за ним, он когда снимал этого бастера, то он же он рыжий. Так, вам ладно, друзья ледни, мои. Их не разнимают. Мы возвращаемся в отель. Боже. А тут в сумерках просто. Ой, перед нами. Это прямо вот до нашего этого. Так вон же наш этот лодж, вон будивля. Ну да, вон уже наше здание, вот видите? Давай, зараз вечеря, давай. Вот давай. Это запросто, как бы вышел ты. Ой, на ужин и получил ты чешу. Жирафа. Ну да, света, наверное, снова нету. Ух ты. Ты как. Ой. Я по территории отеля сама пошла. А мне охранник такой, не, давай домой, не надо. Прикольно. Да, поехали, сейчас уже объедем, покажем уже полностью. Вон голова. Да, ей жира. Ой, вот истинная красота. Чтобы вы понимали, сейчас такие сумерки, камера еще хорошо показывает. А ну. Ой, куда ты? Испугался, что ли? Мастер-класс для нас. А там, ну, там включила подсветочку. Ну, класс. Один. Вот знаете, блин, метров 12. О, красота. А теперь, который попроще. Жирафки желают нам спокойной ночи. Ну и вам тоже. Спокойной ночи, хорошего дня. Желаю увидеть жирафку и слона, да? Да.